только что катавшиеся Пернель Карон с Ллойдом Джонсом, предпоследние. И вы знаете, тут важный момент, потому что сейчас на льду Юлия Злобина и Алексей Ситников, и они также тренируются у Игоря Шпидманда. В этой невероятно большой группе, знаете, уже такая не группа, это целая интернациональная сборная, сборная мира практически, под разными флагами они все выступают. Но вот этот дуэт, можно сказать, один из самых прогрессирующих в последнее время. В прошлом году 7-е на Европе, 16-е на мире, пробились на Олимпиаду по итогам прошлого мирового первенства. Давайте внимательно сейчас посмотрим за ними. Они, кстати, до 10-го года катались у нас в стране, в России, выступали под российским флагом. Фокстрот из «Розовой пантеры», и затем будет квикстеп Луиса Примы. Тоже Юлия Злобина, Алексей Ситников, выступающий сейчас под азербайджанским флагом. Вот такое прочтение «Розовой пантеры». Ну, можно тут, конечно, и поспорить, кому нравится, кому не нравится. Ну, в общем, не знаю. Программа улыбает, да? Хотя, конечно, глядя на Алексея, вспоминается Виталий Соломин в «Шерлоке Холмсе». Доктор Ватсон, да, с фразой «Это, конечно, смешно, итальянский падре с рыжими английскими усами». Ребята родом из Кирова. Давно, они очень давно катаются в паре. Тренировались у Игоря Гаврина, Ольги Рябининой, потом и Светлана Алексеева, Елена Кустарова с ними работали, Александр Жулин, Олег Волков. В их группе они покатались. Ну вот, теперь в Америке у Игоря Шпидманда, ну и, так скажем, Шпидманд старший тренер, а тренер, отвечающий так более рабочей этой пары, это Алексей Горшков. Шпидманд и Сергей Никульшин, постановщики-хореографы. Ну вот видим, да, чуть-чуть рассинхрон на твизлах. Да. Нету, вот опять они разошлись, значит, будет снижение за серию твизлов от судей.
Вы знаете, если говорить об их катании, оно очень старательное. Они стараются кататься правильно и чисто. Знаете, так аккуратно ставят конек, стараются вот все-таки показывать то, что катаются они на ребрах, а не вертикально. Там еще могут возникнуть вопросы по как раз чектау в финстепе. Не было ли там прыжка на чектау. Алексей в образе, что, конечно, делает честь ему и их подготовке. Score 54-53. 6 баллов себе лучшим они проиграли сегодня. То ли все пары Шпильбанда сейчас, ну это вот это большой команды